Друзья, всем большой привет. Решила вам снять видео о своих покупках. Эти покупки были сделаны в магазине, который открылся после долгого перерыва. У нас не работал магазин около 2 месяцев, и поэтому все вещи, которые каким-то образом связаны с Пасхой, которые каким-то образом перекликаются с темой яиц, кроликов и цыплят, были выставлены на распродажу и распродавались со скидкой 75%. Вот, поэтому я решила не упускать момент, потому что все равно есть вещи, которые мне пригодятся так или иначе, с какой бы расцветкой они ни были. Вот, поэтому я решила закупиться необходимыми и не очень вещами. Я решила поделиться этим с вами, потому что я, например, очень люблю смотреть покупки для дома, особенно такие мимимишные, как у меня сегодня. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Начнем мы вот с такого вот зайчика. Это такая керамическая вазочка, в которой вот такая вот композиция из искусственных цветочков. Мне кажется, очень прикольно поставить на столик. Я поставлю его на столик к милашке, чтобы она улыбалась, когда делала уроки, чтобы ей было легче это давалось. Вот, в общем, в магазине была скидка 70%, 75% на все. А раньше эта вазочка стоила, ну, с налогами примерно 8,5 долларов, я ее купила за что-то вроде в районе 1,5 или 2 доллара. Очень такая милашка, мне прямо она очень понравилась, я решила, что нужно обязательно ее взять. И дальше вам буду показывать, что же было дальше. Следующее, я купила 2 вот таких вот свечки. Значит, там было на скидке все, что имело какую-то пасхальную атрибутику. Вот, например, у нас здесь есть заяц, и этот заяц уже указывает на то, что будет скидка 75% на этот товар. Это свечка с ароматом, называется жасмин. Запах просто потрясающий. Раньше она стоила раньше она стоила 8 долларов, я ее купила за 2 доллара. Но оставлю себе вторую, может быть, подарю кому-нибудь. Очень приятно выглядит, такой классный дизайн с этим кроликом. Ну и запах просто потрясающий у них, аромат будет на всю квартиру. Я еще не пользовалась, но уверена, что все будет круто. Следующая моя покупка — это вот такие макарошки в виде зайчиков. Я купила Милане специально, чтобы ей было поприкольнее их есть. В общем, такая интересная упаковка. Опять же, стоила 4 доллара, я купила за 1 доллар. Ну, мне кажется, это очень прикольно, тем более макароны, они не портятся, а в каком они виде, в виде зайчиков или еще в каком-то другом, разницы нет никакой. Милане понравилась такая покупка, и она сегодня как раз на обед, наверное, буду ей делать такие макарошки. Bunny Hop Pasta. Следующая моя покупка — это вот такие стаканчики, картонные стаканчики, которые можно использовать, в общем-то, для много чего. Их здесь 50 штук. Опять же, на скидке они, потому что дизайн с зайчиком, и написано Happy... нет, тут хиппити-хоппити. Ну, это тоже такой, значит, пасхальный слоган. Ну, и здесь вот можно увидеть варианты, как использовать эти стаканчики. Можно для сервировки, можно для выпечки. Я вот купила, потому что мы очень любим печь кексы. Поэтому в таких стаканчиках будем с радостью их печь. И вот вторая такая же упаковочка. Тоже мне понравился такой дизайн. И, в общем, за такие 2 коробки по 50 штук по доллару каждая. Очень нравится. Посмотрите, какая прелесть. Это такая подставочка с зайками, которые друг на друга забираясь, как бы смотрят на тарелочку. Мне кажется, можно использовать для сервировки стола какой-то, либо тортик маленький поставить, либо какие-то закуски. В общем, очень мило будет смотреться на столе. Эти зайчики мне очень понравились. Значит, стоило это 8 долларов, и мне удалось купить на скидке за 2 доллара эту подставочку. Следующая моя покупка — это вот такие стаканы. Я очень люблю такие стаканчики, потому что очень часто приходится делать кофе с собой. Вот здесь у нас сам стаканчик, крышечка для него и вот такая вот надпись Happy Spring. Из-за того, что здесь нарисованы яйца, это тоже было на скидке. Я взяла себе 2 набора. Очень круто смотрится для инстаграмных фотографий. Вот 2 таких наборчика, очень мне нравится. С радостью пользуюсь, и, в общем, хорошая, выгодная покупка получилась. Следующая моя покупочка — это вот такая ложка. Очень удобно класть черпак или ложку, которые что-то размешивали, чтобы не пачкать стол. В общем, такая вот ложечка очень классная, с зайчиком, цвет такой приятный. Стоила 5 долларов, я ее купила за доллар с чем-то.
Следующая моя покупка — керамическая тарелка с зайчиком. Очень прикольная тарелочка, зайчик такой с капустой, с цветочками. Очень приятная расцветка, и опять же можно использовать для сервировки, можно использовать именно для, как обеденную тарелку, например. Милана очень, я думаю, будет рада с нее кушать. Хорошенькая тарелочка, стоила 3,99, я купила ее за $1. Дальше посмотрите, какое чудо. Это наборчик, который похож по расцветке на ложечку. Здесь у нас три тарелочки разных размеров. Можно использовать для супа, можно для фруктов, самую маленькую для соуса. Очень классный набор. Я его когда увидела, сразу же взяла, потому что он очень мило выглядит. Стоит он $2, этот наборчик. Дальше, конечно же, куда же без конфет. Это набор шоколадных конфет в виде яичек. Тоже решила не проходить мимо, тем более стоит 75 центов. Дальше вот такая тарелка, она, конечно, не пасхальная, но тоже была на скидке, я решила взять, потому что мы с Миланой, конечно, фанаты Диснейленда, вот, и тарелка с персонажами из Диснея очень прикольная. Я купила таких две штуки, за одну мы уже кушаем, вторую вот решила показать вам на видео, очень-очень классная тарелочка. Вот такая вот кружка, почему-то она, на ней ничего весеннего нету, но почему-то она тоже была на скидке за $1. Я обожаю кружки, я вообще фанат, поэтому с большим удовольствием взяла себе вот такую кружечку. Следующий набор, который я взяла, это вот такой наборчик, который состоит из трех вещей. Это прихваточка, варежка такая, варежка для горячего чего-то и полотенчика. Очень милый набор, стоил $8, и по скидке, этой пасхальной весенней скидки, он мне достался за $2 всего лишь. Следующее — это просто моя любовь. Это такой набор, который в такой красивой коробке. Здесь у нас чашечка для чая, для чего угодно, и сахарница. Стоил набор $15, мне его удалось купить за что-то вроде 4. Очень классный наборчик, я бы хотела бы его кому-нибудь подарить, но не могу. Очень нравится самой, оставлю себе, буду пользоваться. В общем, такие были мои покупки, такие распродажные покупки для дома. Если вам было интересно такое видео, я буду только рада, если мне напишите об этом в комментариях или поставите лайк. Вот, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч в новых видео. Всем пока-пока.